8 глаз каких-то на Денди консоль. Чё там был? О, я с орлом целым, нифига себе, на Денди, чтобы и человек был, и орел у него еще сидел на плече. Это что, у меня меч, что ли? Или это рука? Ох, ты еще и наверх пошел. Что-то музычка на Принца Персию похожа прям. Ой, я могу броски отбивать. Все, он передумал со мной драться. Слышь ты, почему я-то его не бью вообще? То есть кто со мной не дерется, я их бить тоже не могу. Ну это прям вообще. Ну и как мне этого урода перепрыгнуть-то? Давай, как будто бы я прям собрался. Охренеть, все закрыли. Вот тут прям какие-то лабиринты, это ж, наверное, даже думать надо. Я люблю игры, где надо просто бегать, прыгать и не особо задумываться над всем. Я в дырку в эту смогу зайти-то хоть? А, нет, это их выход. А орел у меня собирает кресты. Ну-ка, лети-ка, забирай. Смотри, как он сразу бегать начал. Все, меня отстегали все-таки. 150 ударов где-то надо было мне нанести. Терминаду. Терминатор, короче, проиграл в это. Континуар. А поехали в Африку. Офигеть, Африка. Это прям крутая Африка-то. Ха-ха. Честно сказать, вот я бы в такой даже в детстве играть не стал, потому что, несмотря на все головоломки, графика ужасная, блядь. Мне тоскливо от таких игр. Это мне напоминает, как вот Черепашки-ниндзя первая часть. С одной стороны, Черепашек-ниндзя я любил и в игру играл только из-за того, что думал, что она где-нибудь на 5-м уровне хотя бы станет красивой. А, еще вся проблема была, что я в эту первую часть Черепашек-ниндзя играл на Денди на черно-белом телевизоре. Это вообще ужас был. Ничего не разглядеть было. Я долго буду ходить по лестницам-то? Конец вообще будет какой-нибудь? Ни хрена тут нет конца, это, блядь, по кругу ходим. И это все тоже по кругу. И что? Да. Еще если можно зайти в тупик в такой, это уже совсем что-то. Может, я опять не вижу выключателя какого-то? Это что такое? И что, и как мне ползти? Давай, ползи уже.
Может, еще где-то будет искусственный кирпич. Но вообще не похоже. И все, и теперь... Ой, ё-моё. Казалось, нашел путь к спасению. Нет, не нашел. Такое впечатление, что просто разработчики что-то навыдумывали, как не доделали игру до конца. На середине остановились. Блять, опять. Что дальше-то? Давай лезть туда, блин. Слышь, орел, а ты что там летал-то куда вообще? Может, ты мне что-то показывал? Давай лети еще раз. Ух ты, в меня там кто-то стреляет. Давай пиздуй туда, блядь. Открой мне дверь как-нибудь. Подожди-ка, а наш я как-то запускаю, наверное. Тут он взял и проиграл. Давай, лети туда. Всех побей. Вали отсюда. Ладно, я в такое наигрался уже. Ставьте дизлайки, кому не понравилось.